Карачаево-Черкесия впервые стала местом проведения всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион». Около 500 представителей разных регионов страны приехали в Черкесск не только ради первенства одной из 18 номинаций, но и чтобы принять участие в мастер-классах под руководством опытных тележурналистов и медиа-менеджеров. Об открытии конкурса, которое состоялось накануне, в сюжете Артура Мхце. Юбилейный для Карачаево-Черкесии год уже подарил нам немало запоминающихся мероприятий. Открытие еще одного состоялось накануне в республиканской столице. В КЧР приехали около 500 журналистов со всей России, чтобы выявить претендентов на победу в престижном телевизионном конкурсе «ТЭФИ-регион», финал которого пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге. Я приехала из Челябинска. Меня зовут Ксения Продай. Мы с вами коллеги ГТРК «Южный Урал». Наша телекомпания представила две работы. Информационный выпуск новостей «Вести», праймовый выпуск «Вечерний» и специальный репортаж о добровольце, который поехал с миссией вывести мирное население из места боевых действий. Первый день конкурса в некотором роде знакомства людей, объединенных общим делом – тележурналистикой. Я, во-первых, вас хотел бы всех поприветствовать, чтобы все приехали в гостеприимный город Черкесск, Карачаево-Черкесия, где нас ждали, где нас будет, несмотря на то, что идет дождь, нас будут греть сердца наших гостеприимных хозяев, и где нас с вами ждут несколько дней общения, когда приятно сознавать, что даже в сложной ситуации ты не один. Так вот, вы не одни. Среди членов жюри немало известных имен. Некоторые из них – частые гости Карачаево-Черкесии. Телеведущий Дмитрий Дебров поделился с более молодыми коллегами своими впечатлениями от прошлых посещений курортов республики. Если не съесть кычин, здесь, считай, я побывал. Кычинов тысяча видов. Есть и с сыром, и без сыра, с картошкой, без картошки, с хлебом, без хлеба. Смотрите, как угодно, господа, вы обязаны просить кычины. Без этого, без смысла. Еще одно. Дорогие друзья, Карачаево-Черкесская земля подарила нам крайне важную литературную часть. Лыжи у печки стоят. Могу я спросить, у какой такой печки стоят лыжи Юрьевича Висбора? Они стоят у Карачаево-Черкесской печки. Дорога, по которой вы будете ехать, это дорога поколений. Сегодня в программе мероприятий экскурсия по Карачаево-Черкесии, а также мастер-классы от известных тележурналистов и медиа-менеджеров. Артур Мхце, Али Бастанов, «Вести», Карачаево-Черкесия.